И снова о добрых делах, на которых держится мир. Помощь от фонда поколения Андрея Скотча пришла своевременно. У Андрюши Рудавина из Нового Оскола диагноз ДЦП. Нужна была помощь специалистов. Отправить мальчика в специализированный реабилитационный центр в Калуге стало возможным при участии фонда. После поездки в Калугу Андрюша очень полюбил танцевать. Повторять движения под музыку у него получается легко. Куда сложнее устоять на ногах. Но даже то, что он может делать несколько шагов, держась за мамину руку, уже настоящая победа. Несколько недель занятий по уникальным методикам Тимофея Шамарина в Калуге не прошли даром. Андрей стал больше, он стал увереннее. Стал самостоятельно пытаться оторваться от опоры. Также он научился самостоятельно сходить и спускаться со ступенек. Хотя еще при этом держится за поручни, но это тоже очень хороший шаг вперед. В домашних условиях родители делают все возможное, чтобы мальчик продолжал занятия. Да и сам Андрюша с удовольствием выполняет физические упражнения. У нас обязательно, уже Андрей до такой степени привык, что вот если я пропустила время занятий, вот обычно мы в обед этим занимаемся, я смотрю, он уже раз лег на пол, сам пресс покачал, на голове постоял, все, он справился. И он уже у нас такой стал, маленький доктор, я его зову. Если я начинаю делать какие-то упражнения, он мне поправляет. Не так, дядя так делал. И вот он мне начинает сам показывать, сам рассказывать. Друг другу помогаем. А еще Андрюша уже учит буквы и очень любит, когда мама с папой читают ему книжки. Родители верят, что их ребенок, как и все, пойдет в школу, у него будут друзья, и он непременно многого добьется в жизни. Главное – поддержать его сейчас. В прямом смысле – помочь встать на ноги. У родителей для этого есть силы и терпение. Правда, иногда не хватает денег, и они очень рады, что есть фонд поколения Андрея Скотча, без помощи которого им и сотням других людей было бы не справиться. Мы хотели бы от лица нашей семьи, и не только от нашей семьи, от всех детей, от всех родителей, бабушек, дедушек, от всех, кому помог фонд поколения. Фонд поколения – это очень огромная работа, это надежда, это возможность выздороветь. Это словами нельзя передать. Спасибо за такую оказанную нам помощь. Елена Голотовская, Наталья Давыдова, Игорь Доценко. Новости мира Белогорья.